Суббота в Самарской области пасмурно, преимущественно без осадков, туман. Днем минус 2, минус 4 градуса, ночью 3-5 ниже 0. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо. Днем минус 5, в темное время суток минус 3 градуса, южный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурно с прояснениями, в дневное время минус 4 градуса и ночью минус 4, юго-западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно, днем минус 4, ночью 5, ниже 0, юго-западный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 98%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.